Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Опята зимние встречаются поздней осенью и в начале зимы, произрастает на валежнике и пнях, предпочитает лиственные деревья. При благоприятных условиях, может плодоносить весь зимний период. В период плодоношения, когда уже лежит снег, опенок зимний невозможно спутать с другим видом, так как в это время больше ничего не растет, в другое время опенок зимний можно принять за какой-либо другой вид дерева-разрушителей, от которых он отличается белым цветом спорового порошка и тем, что не имеет кольца на ножке. Вначале шляпка зимнего гриба имеет форму полушара, затем она распростертая желто-коричневого или медового цвета, в центре поверхность шляпки более темного оттенка. Во влажную погоду, слизистая, взрослые зимние грибы очень часто покрываются пятнышками бурого цвета. Ножка, цилиндрической формы, верхняя часть ножки одного цвета со шляпкой, нижняя часть темнее, длиной 4-8 см, очень жесткая.